Добрый вечер, меня зовут Алексей, я бармен Парка Бара. Сегодня у нас официальное открытие, сегодня пришло очень много народу. У нас две барных стойки, два этажа, на каждом этаже по 24 крана. В основном представлены самые лучшие сорта крафта и как России, так и со всего мира. У нас очень хороший шеф-повар и делает отличные бургеры. На данный момент их два вида. Один свекольный, а второй с сычуаньским соусом. Оба великолепные, огромные и вкусные. Я не верю, что его только сейчас открыли, этот бар. Такое ощущение, что он вечный. Я не верю, что как-то долго там стоит пустое заведение, потом оно начинает дополняться. Нет, сразу набивается с первого дня открытия, я считаю. Так и должно быть.